29 сентября в стране прошла акция «Всем миром» в поддержку пострадавшим на Дальнем Востоке. С помощью СМС каждый человек перечислял деньги нуждающимся после наводнения. 30 сентября журналисты Первого канала озвучили собранные средства. Сумма достигла около 580 миллионов рублей. На сайте tvolk.ru мы выяснили, что жители Рассказово тоже готовы помочь пострадавшим. Поэтому ТВ Рассказово совместно с благотворительным фондом «Озарение» запускает свою акцию «Поможем Дальнему Востоку». На расчетный счет можно перечислять деньги пострадавшим. Какую сумму, решайте вы сами. Каждый рассказовец может помочь семьям на Дальнем Востоке, оказавшимся в трудной ситуации. Если вы не успели записать номер счета, вы можете найти его на портале tvolk.ru в разделе «Новости». Более подробную информацию вы можете узнать по телефону 23 907.